Более 1 миллиона 300 тысяч цветов будут высажены в этом году на улицах Нижнего Новгорода. Сейчас на клумбах и улицах высаживают однолетние цветы, затем начнут высаживать многолетние. Это делается для того, чтобы цветение растений сменяло друг друга. По поручению главы города Юрия Владимировича Шлабаева ежегодно высаживаются цветы на территории всего города, в том числе на территории нашего района. Вот сейчас мы находимся на самом таком большом цветнике. Его площадь составляет порядка 500 квадратных метров. Здесь, так скажем, высажены такие культуры, как тагетис, петуния. В двух цветах очень красиво и контрастно смотрится на одной из центральных улиц нашего района. На каждой локации предусмотрен свой рисунок и свои определенные сорта однолетников. Вот на данном пространстве здесь будет 6 видов однолетников высажено. У нас уже в районе посажено 4000 кустов. Рассчитываем, что к 15 июня еще будет высажено 7000 однолетников. Когда началась хорошая погода в городе, установились устойчивые положительные температуры, начали формироваться цветники из однолетних растений, потому что они у нас яркие, будут радовать наших нижегородцев в течение всего летнего периода. Они у нас формируются на площади почти 27 тысяч квадратных метров. Также по программе формирования комфортной городской среды в этом году мы сформируем порядка 1000 квадратных метров цветников из многолетников. Также все лето будут проводиться работы по содержанию данных цветников. Это полив, подкормка минеральными удобрениями, прополка в том числе. Поэтому все лето цветы будут радовать гостей и жителей нашего города.